Благодаря стратегии 2017 мы провели очень сильную реформу в армии. У нас теперь есть армия. 6 лет назад у нас не было армии. И я провел много бессонных ночей, когда у нас были проблемы на границе, когда нам угрожали войной. У нас не было армии. Как президент сегодня могу сказать, армия у нас теперь есть. И мы теперь готовы дать отпор любому, кто захочет помешать мирной жизни наших граждан.